У Гомельской области прошел День поля. На семинар запросили керовников усіх районов и шерегу господарок. На протягу дня яны знакомились с новыми узорами белорусской сельскохозяйственной техники и поравновывали ее с існуючими моделями. Техничная складающая полевых работ – тема материала Олега Сентюрова. У сельской господарства дробязей нема. Эту истину керовникам районов подчас проведения областной нарады нагадывают не выпадково. Экономичный потенциал региона можно повеличить еще больше, але покуль у керовництва Галины есть питание по якости полевых работ и захованию технологичных потребований. А прича так званого человеческого фактора, сярод причин існуючих проблем, забеспеченность сучасным обсталеванием. Правда, в этом году ситуацию планируется значно полепшить. Все у нас есть, просто мы сегодня хотим показать еще для всех руководителей. Мы на сегодняшний день, у нас есть и в Гомельской области производится данная продукция технических средств, и проводится и в других областях, и в целом республике. Просто мы сегодня сравниваем данный вид технических средств. У акционерном товариства Тихинчи доля белорусской сельскохозяйственной техники складая около 70%. Кажут, что у опошние годы якость значно повысилась, а тому набывать ее тут готовы и далее. Во усиляким выпадку великих проблем с подготовкой техники до весновых полевых работ у господарцы не возникло. Весенние посевные подготовились зимой, сейчас уже на данный момент готовимся к кормозаготовке. И планируем уже готовиться к зерноуборке. Потребования керовництва в области до старшин райвыконкому необходимо знакомиться с усими новыми узорами сельскохозяйственной техники и набывать самые эффективные. Тем больше, что выбор есть. Белорусские вытворцы у опошние годы у этом плане заработали значный крок наперед. Белорусская техника повинна быть конкурентоздольной не только по цене, а и по эффективности. По словам вытворцев, выкрастание вот этого культиватора дозволяет повеличить урожай збожевых неде на 8 центнеров с гектара. Когда это так, то валовые сборы возрастут одразу амаль на треть. Проверить реальность такой перспективы на практике можно будет в ближайший час. Уже заключено несколько контрактов на поставки такой техники у господарки Гомельской области. Покуль же о перспективах повышения урожайности зерневых можно мерковать по тем факте, что сельскохозяйственная техника Амкадора поставляется уже у Россию, краины Евразийского экономичного союза и навод на африканский континент. Только для АПК мы более 200 моделей уже сегодня серийно выпускаем. Это вещь в подготовке техники, это кормозаготовительная техника, это техника для животноводства. Это техника для транспортной техники, для внесения органических минеральных удобрений. Это техника по очистке, доработке, хранению зерновых, зернобобовых и других технических культур. Все очень широкий шлейф, Маш. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.